Летает, ты давай. Включается 31-й, прием. Да шо оно летает? Что там у тебя, волок че шо? А, точно волок. Кто был, будьте добры, прием. Вы бачили, волок у нее там. Це воно мені надо, отам вулик. Ти звали, що ти є, що ще був, щоб добрати днем побіди. 5-9-5-9, 100% синдром поработав. Ну, Югор, 103-й район, Белгород, областно. Как в раді, понимаєш, пирамида, що ще подойдет букет з своєї сторони? Кажется, через прямо. Пирамида, да, спасибо. Пирамида, я тоже принял доброго вечера, здоровья с наступающими праздниками. Днем радио, днем победы. Генералу четко грамотно, то что провода по наводке на мака приемник. Пирамида, букет, из коллектива 31-го, как принял прием. Ты давно, я как-то не любитель ездить. Ну, это съесть можно было, конечно, но не, я перешел все. Ребята тоже звали, и Саша этот победитель тоже приглашал, и ребята там звали. Ну, говорю, не, здесь вроде как бы, ну, есть это херня все. А вот тут... Настроение пока, 7-3. Для будущих радио. Друзья, кто еще был? Кто подходил? 31-й прием. Я в том году посадил, она залила дождем, а они, блядь, посоплились и пропали. Два раза, три раза пересаживали попозже. Пускай высохнет. Я только трикошу тут, блядь, одуванчики выкосил, черная земля. Черная земля, понятно. Что, я тут не сажаю? Не буду, наверное, сажать, она мне нахуй не нужна. Понял, Саша? Вот то правильно, Константинович, молодец. Одобряю прием. Садовод. Вода, блядь, алло, блядь. Иркут, прием. Да. Ну, еще дальше там ближе, вот еще пойдете вообще-то. А что, я тут полуэкину, она гниет. Сейчас я Ирвиху позвонил, спасибо, ты же сказал. Обязательно, прям, если он едет куда-то, он обязательно мимо меня проедет, это 100%. А что-то нет у них, думаю, ну куда-то.